Лайфхаки на зиму. Как правильно хранить продукты на балконе и при какой температуре? Делимся полезными советами, которые спасут в случае отключения электроэнергии. Лайфхаки на зиму. Как правильно хранить продукты на балконе и при какой температуре? При отключении электроэнергии некоторые продукты в холодильнике могут испортиться. Многие люди пользуются в таком случае балконом. Однако все ли продукты можно хранить таким образом, рассказываем в материале. Три основных признака, что курица в морозилке испортилась. При какой температуре можно хранить продукты на балконе? Список. Чтобы сохранить все полезные свойства продуктов, следует соблюдать определенные условия, такие как: картофель от 2 до 3 градусов, морковь, свекла и репа от 0 до 2 градусов, чеснок от минус 1 до 3 градусов, лук при 0,1 градус, капуста от минус 1 до 2 градусов, груши от минус 1 до 5 градусов, яблоки и другие фрукты от 1 до 2 градусов. Как правильно хранить мясо на балконе? Нужно придерживаться нескольких рекомендаций, если вы хотите хранить мясо на балконе. Не нужно мыть его водой. Если мясо вы измельчили на куски, мыть их категорически нельзя. Сок, который выделяется во время этого, приводит к развитию микробов. Если вы хотите очистить мясо, просто проведите по нему острым ножом. Положите мясо в плотно закрывающуюся тару. Если вы ставите емкость с продуктом в шкаф на балконе, приоткройте его дверцу. Таким образом, циркуляция холодного воздуха позволит не допустить сильного повышения или снижения температуры. Сколько времени можно хранить мясо на балконе? Все зависит от способа хранения, а именно: в специальной кастрюле от 7 до 10 дней при температуре до плюс 4 градусов. При температуре от плюс 5 до плюс 7 градусов не более 3 суток. В маринаде при температуре до плюс 7 градусов до 3 суток.